Only you. Добрый день! Я руководитель студии «Азур» и хотела бы в преддверии праздника 14 февраля, Дня всех влюбленных, показать вам, как можно легко и интересно упаковать подарки. Ну, можно очень стильно и красиво упаковать подарок в обычную оберточную крафт-бумагу. Вот такого плана. Чем мы сейчас и займемся. Мы будем упаковывать вот такую книгу. Для начала нам необходимо отрезать такой кусок бумаги, который нам будет необходим для упаковки. Отмеряем бумагу и отрезаем ее. Мы берем самый простой материал для упаковки, крафт-бумагу. И нам понадобится двухсторонний скотч. И картон, с помощью которого мы потом добавим изюминку. Скотч нужен для того, чтобы спрятать места нашего соединения бумаги, для того, чтобы упаковка выглядела красиво. Загибаем уголки. И краешек бумаги мы тоже загибаем, чтобы не было неровных у нас краев. Все было аккуратно и красиво. Подклеиваем двухсторонним скотчем. Вот у нас получилась такая упаковка. После того, как мы обернули подарок, мы должны повязать его какой-то красивой лентой. Вот у нас есть некоторые варианты лент. Можно так повязать. Можно вот такой вот винтажный вариант сделать. Я предлагаю использовать вот такую вот атласную красную ленточку. Так как это все-таки праздник всех влюбленных, красный цвет символичен. И мы будем использовать вот такую вот красненькую ленточку. И кроме этого я приготовила вот такие всевозможные декоративные элементы. Это сердечки, которые мы также будем использовать. Вот я уже парочку надела на ленту. В подарке одна из основных составляющих – это элемент сюрприза. Поэтому я предлагаю в виде украшения прицепить две цифры и буквы, которые будут символизировать, что этот подарок для тебя. For you. Для этого я сначала на картоне выбираю, какого цвета. Можно использовать цвет близкий к цвету упаковки. Можно на контрасте под цвет ленточки. У нас ленточка красная, поэтому красная цифра и буква for you. И есть вариант, можно использовать вообще какие-нибудь необычные материалы, например, ноты. Так, я карандашом рисую от руки четверочку и букву U. Также у меня есть макетный нож. С его помощью мне удобнее вырезать сложные элементы. Мы сделали нашу красивую циферку и буковку, и теперь нам нужно их как-то прикрепить к нашему подарку. Для этого нам нужно сделать в нашей буковке дырочку. Я вам предлагаю использовать обычный дырокол офисный. Вот у нас получилась такая дырочка. Теперь мы можем прикрепить наши буковки. Теперь мы закрепляем, собственно, нашу ленточку. Можно просто обвязать подарок, но тогда он будет скользить. Поэтому я предлагаю использовать двусторонний скотч со стороны изнанки. Не будет скользить, будет зафиксировано в том месте, где нам нужно. А мы крепим вторую ленточку, прикладываем, как нам нравится. Я думаю, здесь она будет смотреться наиболее органично. И на нее мы уже одеваем наши буковки. Буковку и циферку for you. Концы ленточки мы специально оставляем такими длинными, для того, чтобы завязать еще дополнительно бант. Хотя бы такой чисто символический. Вот, теперь мы завязываем узел. Наша упаковка готова, креативная. Вот такой получился интересный подарок, который заинтригует, заинтересует. С элементами юмора и креатива в винтажном стиле.